Марины Росковой 5. Первый подъезд. Вот так у нас жилищная компания. Из подвала выкачивают воду на грядку. Вонь стоит несусветная просто с подвала. Вот они, вот что делают. Вот какие молодцы. Вот она, вот он шланг пошел. Вот пошел шланг. Все везде залито вот этой зловонной жидкостью. Неимоверной просто. Вот он идет из подвала. Вот он. А вот рабочие работают у нас вот так. Как замечательно, да? Это нормально вы считаете? Нет, вы нормально считаете? Я сейчас это в прокуратуру отправлю.